после встречи с любовником, возвращается домой, смотрит на своего Петю, который лежит, чешет пузо и пьет пиво, и он ей не кажется отвратительным и мерзким. Он кажется ей уже таким каким-то родным. И она даже может приготовить ему ужин и сказать: «Петенька, пойдем, я кушать приготовила». А Петя в шоке, типа, это как так? Это что с Марусей происходит? А Маруся просто сходила, погуляла, наполнилась, ресурсы в себе восстановила и этими ресурсами с Петей поделилась. Привет! Теперь, если ваша женщина вам изменит, то вы не олень рогатый, нет. Вы должны понять. Вы просто должны понять, что она ходила наполняться энергией, чтобы вас потом этой энергией наполнить. А вы эгоист, вы не поняли. Вы не оценили. Вы просто не оценили вот этой ее жертвенности, понимаете? Все было ведь ради вас. Ради вашей любви. Господи, какую только дичь люди не придумают. Я иногда вот смотрю на вот это вот все, и я просто дико поражаюсь бабоньке. Бабоньки, которые абсолютно, у них фантазия на нуле, но почему-то, когда дело касается оправдания их лядства, их фантазия начинает дико бурлить. Их фантазия выдает просто то, что в принципе среди нормальных, адекватных людей даже никогда бы даже в мозгах не зародилось. Все, я заговариваюсь, потому что, кстати, кто не в курсе, я обычно сажусь и снимаю там по 8, по 10 видео подряд, то есть чтобы все это распределить на несколько дней, потому что смысл сегодня я одно видео сниму, завтра я другое видео сниму, ну как бы нет, села и конвейер пустила, вот, но где-то на 5-6 видео, да, я начинаю жестко заговариваться и уже, честно говоря, весь вот этот конвейер тупых баб, они мне жестко давят на мозги. Потому что, знаете, это как вот сесть и мышьяк нюхать какой-нибудь, я не знаю, ртуть разлить, и пускай вот эти пары вдыхаются. По ощущениям это плюс-минус вот так, когда ты добровольно себя отравляешь. Вот. То есть вам эта трошачинка, она в маленьких дозировках идет, а я в слишком больших дозах это все получаю, и мой мозг, он иногда просто не выдерживает. Но это я так поделилась немножко, просто чисто своими мыслями, не все же в конце концов баб обсуждать. Вот. Кстати, в телеге мне тут тоже начали выговаривать, типа, ты знаешь, вот это ненормально, когда ты обсуждаешь кого-то. А нормально, когда вы приходите посмотреть видео, где обсуждают кого-то. Ну, собственно, как говорится, C-контент. В любом случае, спасибо, что со мной, и выслушали все это, которое было уже даже не в рамках данного видео. Ну, всем добра, бобра.